Сегодня мы рады приветствовать вас в художественном мемориальном музее Ильи Ефимовича Репина. Вот эта большая усадьба принадлежала родителям Ильи Репина. А сам дом был построен почти 200 лет назад, еще в 1824 году. В это время в Чугуеве вводилось военное поселение. И центр города был застроен вот такими одинаковыми домами для военных поселян. Родители Ильи Репина, хоть и были военные поселяне, но переехали на эту усадьбу значительно позже. В конце 60-х годов 19 века, когда сам Илья Репин уже был студентом Академии художеств Санкт-Петербурга и приезжал на эту усадьбу только в гости, неоднократно, студентам на каникулы. А вот в 1876 году он приехал на эту усадьбу, уже будучи знаменитым художником, и поселился у своих родителей на целый год вместе со своей семьей. Свой приезд в этот дом Илья Репин изобразил на картине, которую назвал «Возвращение в отчий дом». Перед вами цветная репродукция, сама работа находится в частном собрании. Недавно всплывала на аукционе, но снова была куплена в частные руки. Вот на ней этот дом, вот эта дверь, вот она выходила прямо на улицу. Пристройка была сделана специально для музея. На пороге сына встречает мама, отец и вот сам художник с женой, изображен почти со спины. И там в бричке две их доченьки, которые приехали тоже вместе с нами. То есть вот это все происходит во дворе, вот прямо перед вот этим дверью. Перед вами витрина с предметами из этого дома. Вот такой ювелирной черепицей была раньше покрыта крыша этого дома. Раньше черепица делалась на местном заводе, здесь же в Чугуеве. А вот у нас буквально в мае закончилась реставрация дома, где дом был перекрыт новой черепицей. Теперь черепицу эту приходилось заказывать в Италии. Нигде ближе подобного рода черепицы найти не могли. Также в витрине находятся монеты, тысяча курительной трубки и щипцы для колки сахара. Предметы, найденные в этом доме при ремонте, когда открывался этот дом здесь в 1969 году. Внизу жук-сушка. Вот такой интересный предмет. Он стоял у Репиных прямо на полу, а сейчас как музейный экспонат на подставке. При помощи этого жука было очень удобно снимать обувь. Одну ногу ставили на спинку жука, сапог с другой носы. И так было очень удобно снимать сапоги. А все военные поселяне и женщины, и мужчины носили высокие сапоги. Как по легенде, придумал и нарисовал этого жука сам Илья Репин. А чугуевский мастер Волокитин отнял жука из чугуна. Вот жук так прекрасно сохранился до наших дней. Я прошу ваше внимание на две фотографии. На верхней белом пиджаке сам Илья Репин, студент Академии художеств, приехал погостить в Чугуев на каникулы. В кресле его мама Татьяна Степановна, рядом младший брат Василий Репин. Вообще в семье Репиных было семеро детей, но вот до зрелого возраста дожило только два брата. Илья, который стал знаменитым художником, и Василий, он стал хорошим музыкантом. На нижней фотографии художник и уже его семья. Стоит там Илья, стоят две его дочери, их зовут Вера и Надя, кресло жена Вера Алексеевна, на руках у мамы сын Юрий. Юрий Репин родился именно в этом доме, вот когда семья жила. Целый год в марте 1877 года. Юрий, так же как и отец, стал художником. Немножко позже в семье появится еще один ребенок, дочь Татьяна. То есть всего у Репина было четверо детей, три дочери и сын. Перед вами зеркало, в которое смотрелся сам художник, подержанный столик и на нем такие женские предметы. Дорожная шкатулка, вуаль и тонкие женские перчатки, как напоминание о том, что в этом доме бывала и молодая женщина, супруга Ильи Репина. В этой же комнате витрина, где личные вещи художника. Это бархатный синий берет, в котором Илья Репин работал, пряча под него свои пышные кудри, чтобы не мешали ему. И белый репинский жилет. Рядом женская одежда жительницы Чугуева 19 века. Это такое тонкое пальто, оно называется сало, и тонкая женская шаль. И освещалась эта комната без единого окошка, вот такой большой керосиновой лампой. Теперь открываем дверь, проходим в следующую комнату. Аккуратно здесь порог, и наклоняйте, пожалуйста, головы. Thank you.
и также награды, офицерские награды. Они лежали просто так. Еще маленький, вместе с мамой участвовал в этом шествии. И уже когда приехал сюда в 1876 году, снова увидел тот же крестный ход и решил воссоздать его на картине. Возглавляет все это шествие диакон Чугуевского Покровского собора Иван Уланов. И вот именно подготовительная работа, портрет Ивана Уланова был выполнен в этой мастерской. Иван Уланов был довольно-таки знаменитым человеком в городе Чугуеве, прежде всего своей силой. Обратите внимание на огромные руки диакона. Вот этими ручищами он мог на скаку остановить двойную упряжку лошадей, схватив правой рукой за заднее колесо повозки, и лошади останавливались, вот так вспоминают чугуевцы. Двумя мизинцами одновременно над землей поднимал двоих солдат за петлицы, когда вел службы в Покровском соборе. От его голоса там дрожали огромные стекла и гасли свечи. Когда Иван Уланов приходил в эту мастерскую, чтобы позировать для художника, то соглашался это делать только хорошо выпив и закусив. Вот тогда устыдился позировать. Что и видно на картине. Это копия. А, это копия. Сколько же прожил? Иван Уланов? Не знаю, наверное, не будет. И вот тогда садился позировать. Несмотря на все это, портрет получился. Понравился и дьякону, и художнику. И даже не видя эту работу, ее сразу же купил в свою коллекцию Третьяков. То есть она уехала в Третьяковку за 1400 рублей. Оригинал до сих пор находится там. Перед вами копия. Но копия выполнена реставратором Третьяковки Алексеем Рыбниковым в 1914 году. И хочу еще сказать, что хоть Иван Уланов служил дьяконом, Репиным работа была названа «Протодьякон». Он как бы повышает этого человека в звании. Это одна из знаменитых работ Репина. Перед вами старинный музыкальный инструмент. Он называется физгармония и звучит как орган, такой домашний мини-орган в прекрасном рабочем состоянии. В семье Репиных все очень любили музыку, но сам Илья не умел играть на музыкальных инструментах. И музыкантом, как я уже говорила, стал его младший брат Василий Репин. Портрет Василия я могу здесь вот показать перед вами. Василий был младше от Ильи на 9 лет. Когда он подрос, Илья решил забрать его к себе в Санкт-Петербург, где тот закончил консерваторию и был приглашен в Царский Мариинский театр играть на духовых музыкальных инструментах. Для сравнения показываю два портрета Василия, написанных Ильей. Вот такой в красной рубахе простой парень чугуевский, который играл здесь на сопилке, и уже музыкант Царского Мариинского театра. Так вышло, что оба брата в Петербурге женились на двух родных сестрах, дочерях профессора архитектуры Шевцова, на Соне и Вере Шевцова. В этой же мастерской был написан портрет двоюродного брата Ильи Репина, Трофима Чаплыгина. Тронька так ласково в детстве называл брата Илья. Тронька был сиротой и часто приходил в семью Репиных, в дружную семью Репиных, в гости. Однажды на рождественские праздники Тронька принес в эту семью акварельные краски и кисточки. Никогда до этого дети семьи Репиных красок не видели. Илья Репин в своей книге воспоминаний, которая называется «Далекая близкая», очень подробно описывает это. Когда Тронька пришел в гости с акварельными красками, быстро нашли черно-белую азбуку старшей сестры Репиных Устьи, которой Тронька разрисовал арбуз, красную серединку, зеленую корку, да еще капнул черным семечек. Все дети ахнули. Никогда такого чуда они раньше не видели. Черно-белая картинка, едва намеченная контуром, сделалась как настоящая. Арбуз прямо захотелось съесть. Быстро пролетели рождественские праздники. Дети не отходили от красок и кисточек. И Тронька-то собирался домой. Маленький Илья расплакался, ему было всего лишь 6 лет, а Тронька уже почти 11, постарше. И вот, чтобы утешить младшего брата, которого очень любил, он решил оставить ему в подарок акварельные кисти и краски. И вот с этих пор, с 6-летнего возраста, Илья больше с красками и не расставался. А в этой же книге воспоминаний сделал такие строчки. Что-нибудь Троньки с его кистями и красками, может, я никогда и не сделался бы художником. А Тронька, когда вырос, он стал хорошим мастером по пошиву верхней одежды для военных. Жил и работал в одном Чугуеве. Женский портрет, написанный в этой мастерской.
красавицы города Чумырон, так считалось, дочери богатого чиновника Софьи Любицкой. Любицкие жили по соседству с семьей Репиных, Софья здесь блистала на балах. Муж Софьи, Александр Любицкий, стал крестным отцом сыну Ильи Репина, которого крестили в том же Покровском соборе, где служил Иван Уланов. Портреты Трофима Чаплыгина и Софьи Любицкой – это тоже копии. Оригиналы находятся в Харьковском художественном музее. И я приглашаю вас посмотреть еще две маленькие комнаты. Это кухня и комната отдыха, пожалуйста. Для того, чтобы вы видели, что вот эта мышца вот между большим и указательным пальцем у Репина атрофирована. То есть, когда это профессиональное заболевание, когда художник пишет, эта мышца напрягается, туда давят кисти. А Репин писал настолько много, что постепенно кисти вообще передавили мышцу. Рука болела и полностью отказывала. И тогда художник заново научился писать, но уже левой рукой. Последние 30 лет писал только левой. Правая рука болела настолько, что не могла держать даже палитру. Палитра вешалась вот так вот на специальном приспособлении на пояс или на шею. И вот так левой рукой художник работал над картинами. Прожил Илья Репин 86 лет. Умер 29 сентября 1930 года. Вот на этой усадьбе. Она называется «Пенаты». Куплена она была Репиным в 1900 году в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Тогда этот поселок назывался Кукола, сейчас это поселок Репино. Куплена усадьба на имя второй жены, ну уже гражданской. Свою первую жену Веру он оставил, купил ей в Петербурге квартиру, обеспечил пожизненное содержание и с Натальей Норман-Северовой, писательницей, переводчицей, поселился в Пенатах. Пенаты – это боги семейного очага, так сам Илья Репин назвал свою усадьбу. Вот такой дом со стеклянными мастерскими, стеклоохоронен под Чугуевской горой. Небольшой пригород на усадьбе он назвал так сам, под напоминание о своем родном городе, и завещал там себя похоронить. Экскурсия закончена. Если есть вопросы, я вас слушаю. Это последняя работа Ильи Репина, называется «Гопак». За три года до смерти художник начинает работу над этой картиной. Вот он сидит, вот у нее картина огромных размеров, только в высоту 4 метра. И задумав такое огромное полотно, Илья Репин уже понимал, что ни сил, ни времени не хватит, чтобы дописать эту картину. Она так и осталась недописанной. Находится в частной коллекции. Недавно тоже всплывала на аукционе. Мы смогли сделать хотя бы цветную репродукцию. Потому что до этого даже цветную репродукцию... А у кого в частной коллекции? У кого в частной коллекции? За границей, это неизвестно. Они же этого не афишируют. Плохо, когда достояние неизвестно куда уходит. А як мене позабула і другого пригорнула, то розбійся,